В первую очередь надо отметить работу Вазали, который, в принципе, абсолютно преобразился в этом году. И надо обязательно комплимент сказать коллегу, что создал очень мощную и, знаете, что чего не хватало Вазала, значит, не было игровой дисциплины раньше. Вот, сейчас видно, что четко и предыдущие игры, которые я тоже смотрел. Вот, и надо еще раз повторяю, надо комплимент Вагифу Малину сказать, что такую мощную и серьезную команду создал. Что касается игры, конечно, погода, значит, как бы внес свой вклад в первом тайме. Игра была медловата, само собой, скоростей не было, было жарко. С одной стороны, с другой стороны. Была, ну, была ровная игра. Мы, изучая эту команду, команда, которая, понимаете, 6 голов забила очень сильной команде Карабаху. Естественно, зная, что два нападающих, которые очень мощно и на скорости, и индивидуально очень сильно работают, мы, в принципе, переобразили схему. И я думаю, что в этом направлении мы правильно поступили. Как бы нейтрализовали этих двух футболистов. Но все равно надо отдать должное этим двум футболистам. Пару раз они, конечно, индивидуальным мастерством, они довольно большие проблемы нам создали. Но в общем, я думаю, что правильно поступили. Первым таймом играя чуть сзади, играя вторым номером. Но во втором тайме, я думаю, что мы абсолютно взяли контроль мяча, может быть, это и соперникам предоставить, но, во всяком случае, имели очень большое преимущество. Создали несколько хороших моментов через комбинации. И вот, я не знаю, там был гол, не был гол, значит, это значит, уже в прошлом, но счет с хорошим моментом имели. Ну, пару раз, а так еще раз повторяю, так бы пропустили контратаку такую через длинную передачу. В общем, я думаю, что по игре, я думаю, что закономерная ничья. Вот, я думаю, что футболисты довольно хорошо потрудились. В большей степени здесь была игра, больше тактическая игра. И видно было, что обе команды успевали отходить назад, понимаете. И это, конечно, сократило количество быстрых атак. А сегодня переход от обороны, если быстро не происходит, то очень сложно потом забить гол команды, которая довольно хорошо стоит. В общем, я доволен работой наших футболистов. Поблагодарил в такую жару показать такой футбол. Вот, двигаемся дальше. Вот, у нас очень важная игра сейчас. Следующие две игры. Я думаю, что будет очень тяжело с Нефтью, но постараемся, чтобы показать добротный, хороший футбол и дальше.